Сегодняшний президиум Совета при президенте по развитию местного самоуправления запомнится, помимо прочего, еще и анекдотом советских времен от премьер-министра на тему чиновничьего произвола. Человек пришел на Лубянку и говорит: я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: а вы чей шпион? Говорит: американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают: а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать.